За что я люблю огурцы мурашка и вот такой кураж? За то, что они не дают пустоцвета. Вот у меня огурцы мурашка. Ряд состоит из трех. Здесь у меня, да, три посаженных кустика. Вот смотрите, ведерочка огурчиков один в один, как и на картинке. Также и кураж. Вот посаженный рядок. У меня 2, 3, 4, 5. И за что мне он нравится, этот кураж? Потому что он не дает пустоцветов. Прямо с корня, как видите, вот корень идет. И они сразу, вот они идут, огурчик за огурчиком, прямо один за одним идут. Вот они, покажу еще. Они зелененькие, никогда не желтеют. И оставляю сразу же, как говорят, пасынок. Оставляю на пасынке с первого ряда по два огурчика. Потом ощипываю. Вот. Дальше выше я оставлю три огурчика. И так вверх я буду вести ствол в один ряд. И они меня будут радовать своими огурчиками все лето до самой глубокой осени. Очень мне нравятся такие огурчики. Они зелененькие, в банку хорошо ложатся. Вот огурчики один в один, зелененькие, ровненькие. Я сорвала буквально из трех рядочков вот огурцов. Вот они. 5-литровая ведерочка. Нравится мне вот кустовой огурец. Он также самое идет хорошо. Я здесь оборвала. Остались маленькие. Тоже идет без цвета. Сразу завязывается огурчик. И вот один за одним они идут и дают плоды. Тоже нравится этот огурец. А вот посадила я либелла. Почему-то вот оно идет. Видите, пустоцвет. Вот, пустоцвет. И только-только еще вот завязываются какие-то огурчики. Дальше идет пустоцвет. И только вот наверху начинает завязываться огурцы. Но они будут, но мне такие огурцы не нравятся. Вот. Так что сажайте огурчики, кураж и мурашка, и вы будете всегда с огурчиками. Не обхитрить, я овощи кушать не буду, и слезно меня не пытайтесь просить, и зря не марайте посуду. Парам-парам-папам, папам-парам-парам, парам-парам-парам.